Не жуй громко, неприлично. Всем привет-привет! Мы сегодня вместе с Сарой решили показать вам прическу очень классную. Простую. Помните, давным-давно мне прислали на обзор два гаджета от Babyliss. Обновленный Babyliss, который делает кудряшки, вот так вот засасывая. И второй гаджет, который делает жгутики, косички, можно с ленточками делать, можно без ленточек. Еще, да, у Сары новая расческа, которая не больно расчесывает волосы, да? Тебе не больно было? Ну все, классно. Покажи, какая у тебя прическа, вот. Пляжная такая прическа, легкие волны. У Сары вообще классный такой цвет волос, натуральный, выгоревшие волосы. Тебе понравилось? Мама быстро тебе сделала кудряшки? Да, понравилось крутить ребенка этой плойкой, потому что я ее ни разу не обожгла, слава богу. И она потому что защищена вот со всех сторон. Как бы вы ни прикоснулись, какой бы стороной вы к ребенку ни прикоснулись, не обожжет эта штука. Конечно, я ей локоны каждый день не кручу, это только по праздникам, там на день рождения, на Новый год или в садике какой-нибудь утренник, да. Здесь есть еще и минусы. Минусы, если вы неаккуратно возьмете прядь, если так случится, что прядь будет неровно, если волосинка где-то будет сверху торчать или сбоку какая-то левая, да, на вашей пряди, может зажевать ваш локоть, эта плойка, и потянуть немного. Но это можно все быстро, конечно, вытащить, но все равно сам процесс немного пугает. И поэтому нужно пряди, конечно, очень аккуратно брать, прям разделять их и ровненько все это крутить. И лучше, конечно, нанести на волосы термозащиту. Защиту какую-нибудь, вот. И что касается Twist Secret, которая крутит жгутики, тоже очень удобно, потому что руками жгутик сложновато крутить, надо будет одну прядку закрутить, потом вторую прядку, потом их обе две скрутить, а он, конечно, автоматом все это делает. Хочется научиться еще больше делать различных причесок, различных вариантов с этим гаджетом. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если вам нравится видео с Сарой, да, Сара? Да. Ставьте лайки обязательно. Саре будет приятно, и маме будет приятно. Подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Сара, скажи пока.